Всем привет! Новая 434-я серия турецкого сериала «Клятва» выйдет 4 июня. С русской озвучкой эта серия появится в сети через пару дней. Если вы не хотите, чтобы эмир разводился с Гюльпери, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Саваш до сих пор находится в больнице, но несмотря на это, он хочет принять меры в отношении Исмаила. Он должен будет ответить перед Савашем за все, что сделал. Саваш требует немедленно найти этого человека и привести к нему. Эмир также начинает заниматься поисками Исмаила, и он хочет добраться до него, прежде чем это сделает Саваш. Гюльпери всячески старается проявлять заботу об эмире, но он не с большим желанием это принимает. А когда она хочет для него что-то сделать, эмир отказывается от ее помощи. В это же время Нарин прочитала сообщение, которое носило угрожающий характер. Гюльпери пришла к эмиру в кабинет и положила на стол красную коробочку, сказав, что она не может принять такой дорогой подарок. Эмир сообщил Гюльпери, что как только все закончится, они разведутся. Он прекрасно понимает, что Гюльпери просто держит свое слово перед Кадрие, и он не хочет заставлять ее оставаться рядом с ним против ее воли. Поэтому эмир принял такое решение о разводе. Гюльпери, конечно же, не была к этому готова. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.